Константина Леонардовича. Что это? Блять! Ёбаный нахуй! Не нахуй, я ж стену уперся! Чё делать? Чё делать? Я нихера не вижу, тварь! Ты не понимаешь, что я с этой пипи... Ничего не вижу. Что это за говна? Я вернулся. И единственное, к чему я могу придраться в этой игре, это то, что у нее очень длинные загрузки. Очень длинные, длиной в мою жизнь, наверное. Посмотрите на эти охеренные листочки и на эти мотыльки. Блин, графон, конечно, зашкаливает. Ладно, загрузка того стоила. Длинная загрузка, это того стоила. А, я думаю, тоже пора заканчивать с этой игрой уже, наконец. Сколько можно в нее играть? Не знаю. Сколько может продлиться это продолжение? И как громко я буду еще кричать на нем во время. Все это время. Я могу переплыть через это? Я могу вообще в воду вступить? Я не могу в воду вступить. Я могу пойти... Да, по идее. Погоди. Это что, город? Это город там вдали? Смотрите на этот графончик. Прикольно. Unreal Engine 4 тащит, рулит. Конечно, полигонов у этого корыта мало. Будущее корыто. Хорошо, скажем так, будущее корыто. Это город там вдали? А где действие игры происходит? Я так и не понял. Сара, у тебя руки испачканы. Видно, она долго на земле валялась, пока меня не было. Водичка. Прикольно. Все очень няшно. Чик. Это какой-то порт местного острова. Сюда доставляют больных, судя по всему. Я, кстати, слышу уже, как пароход несется на всех мощах, скоростях сюда. Везет еще парочку сумасшедших ученых, докторишков, которые в будущем станут привидениями, которые будут меня пугать. Я так и не понял, как сюда наша Сара добралась. Попала она сюда. Неудачно. Жила. Нет, херня начала страдать. У вас слишком много световых фаеров. Тихо ты там вдали, Титаник. Не надо меня пугать больше. Я ничего не боюсь. Ну, разве что вот этого мужичка. Он очень болен, по всей видимости. Ну, ты мне в этом не открыл Америку, это я знал всегда. Поэтому я играю в эти игры, чтобы почувствовать себя человеком. Ну, а вы ради чего вы играете в эти игры? Неужели просто так ради прикола вам интересно? Нет. Потому что это страшно. Потому что вас радует страх. Вам приятно быть напуганным. Охеренная ткань. Смотрите, мне бы такую... Что вам приятно от того, что вас кто-то пугает постоянно. И куда мне идти? Ящик можно двигать. С веревками? С какими еще веревками? Какими веревками? Мать! Использовать. Куда это меня приведет? Уля-ля. Давай подожгем это. Я так и не хочу флайер тратить на все это. Брось его сюда. Нет, открой. И возьми. А. Ага. Drop it. Сука. Чего? Что делать? Чё мне делать?
А! Смотри, получилось. Говно, жопа! Это не опасно? Неужели действительно надо было взрывать этот баллон с пропаном, чтобы перебраться через три коробочки? Сара, ты меня расстраиваешь. Кто там? Кто в теремочке живет? Ну тут тупик! 19 мая 1986 года. Найдите Джейсон Бертли. Сотрудники полагают, что он выжил... Выжил! Но умер из-за травм. Выколоты глаза, хотя некоторые считают, что это могло произойти во время падения. Врачи хотели выполнить вскрытие, но мы писали... Короче, это все ЧС, ЧП и так далее, и тому подобного. Все очень плохо. Не надо так делать, пожалуйста. Что делать? Вы говорили про какие-то веревки, которые можно двигать. Двигать веревки. Зара! Что мне делать? А? Сара? Сара, это тупик. Ящики с веревками. Ага. Я понял тебя, игра. Спасибо. Пробел. Спасибо игре за подсказки. Пробел. И еще пробел. Слишком много пробелов. О, господи, эта игра заставляет меня заниматься физкультурой. Никогда не увидел физкультуру. Я толстый, ленивый. Маленький негодяй. А я не упаду туда? Я как раз туда и упаду. Окей. Поступают многочисленные жалобы, что строителям что-то мешает. Когда их расспросили, они сказали, что краем глаза видели тени. Поступают, но... Короче, наибольшее количество жалоб поступает ночью. Они утверждают, что видели реальных людей, блуждающих на территории стройки. Только не надо мне пугать реальными людьми, которые бродят на территории стройки. Это вообще не похоже на территорию стройки, это похоже на сраный порт. Трагедия в очередной раз поразила нового Клинвант. Короче, 1000 человек выжили, и 1000 человек погибло. А остальных доставили в психушку. Хэппи-энд, хэппи-энд. Прикольно. Прикольно, прикольно. Я все-таки туда схожу, я посмотрю, что там такое происходит. Согласно официальному расследованию, авария была выведена проблемой в машинном отделении. Кроме того, было обнаружено, что протоколы безопасности были не соблюдены. Хотя ходят слухи, что главный инженер был психически неуравновешенным. Компания, которая, короче, все очень плохо. Все очень плохо. Мы покойники, покойники, покойники. Поступил звонок в телесериал на остров Минтаунд. Каждый раз, когда мы... трупы таинственно исчезают. Единственное находилось то, что Ворон в конце концов ответил на этот звонок. Скорее всего, местные подростки. Ага. Так все и было, на самом деле. Во всем виноваты местные подростки. Местные подростки! Никого? Куча записок, но... Чё это делает вообще? Как они... Сука, не говори так страшным голосом. Ты меня пугаешь в первую очередь. Не, не. От судьбы не убежишь. Не спрятаться, не скрыться. Я и забыл, что это страшная игра. Но пока ничего не происходит. Я, кстати, нашел еще одну записочку, которую умудрился каким-то образом пропустить. Вот она, иди к папочке. Оля. Эта неделя выдалась тяжелей. Из-за аварии, короче, это были удивительно часы. Медсестра погибла. Все погибли, все умирают. Почему все умирают? Неужели никто не может выжить? Твою мать, что это за лес Робина Гуда? Прикольные деревья. Графон, графон.
Привет, камни. Да хер его знает, где-то здесь. Пошли поищем. Чувак, выходи, поищем вместе. Поищем вместе. Сара. Сара. Я как и ты был на цепи. Сара, только ночью я не блуждал в глуши. Я сидел дома и играл в сраные игры. Сука, тварь. А это же не узкие коридоры, здесь хер спрячешься. Четыре записочки. Нет, спасибо, я не хочу, я не верю в бога. Я не буду у вас ничего покупать, мне не нужна... Я ощущаю... Короче, у меня все чешется. У меня зуд. Тебе нравится зуд? Хочешь ощутить жут у себя во рту? Я поделюсь с тобой этим чувством. Только не пугай меня. Я... Это что, кладбище там впереди? Ну, это сейчас заебись. Что это за точка на карте? Блять, сука, ёбаные деревья! Твари! Иди нахер! Не ори на меня. Чё ты орёшь на меня? Сама такая. Ты себя в зеркало видела? Помылась бы хоть раз, что ли. Хоть голову помой. Кукушка. Кукушка. Ку-ку. Да погоди ты. Я еще только начала. Что это за дымок из земли идет? Неужели испарение? Что это за точки на карте? Мне не нравится. Твою мать. Перееду я в Нью-Йорк, буду там жить. Говорили, там клёво, тепло сейчас. Ах ты мразь. Ах ты тварь, ах ты гнида. Чё ты задумала, а? Чё? Почему вы все повесились? Зачем? За что? За что? Ладно, не важно. Где ты? Выходи! Тихо! Поиграй со мной! Чикабум! Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Чикабум! Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Чикабум! Ти-ти-ти-ти-ти! Чикабум! Ти-ти-ти-ти-ти! Иди нахер! Нахер! Иди нахер! Чабака! Так, где записки? Я тут точку нашел. Да что тут? Ну, насрать на нее. Она в колодце утонула. Это... Альма из фильма «Звонок». Фрэнсис упал... А, не, это Фрэнсис упал. Ладно. Короче, его еще и вдобавок завалили цементом. Но он жив. Его привезли в больницу Мид-Айленда, чтобы убедиться в том, что цемент не попал в легкие. Его замена выйдет с утра. Охереть просто, чувак. Ты... миллиардер, везунчик, счастливчик. А другой упал в траншею, короче. А, кто-то их толкает. Что за бред? Толкнул кто-то. Не, не, я тебя не боюсь, уходи. Кто там? Кто упал тут? Наверное, ни хера нет одни ветки. Почему эта карта такая большая? Зачем? Я подарю тебе... Не обязательно идти в это здание. Что это там было? Летало только что беленькое такое. А, это светлячки долбанные, обдолбанные. Ну и хер с ними. Не ори. Если бы ты не так орала, было бы не все так плохо. Может быть, мы даже с тобой подружились бы? Может быть. Может. Дядя. Не пошли-ка бы вы нахер. Дядя, я нашел одну записку из четырех. Где остальные, дядя? Дядя! Как только я выберу... Джо! Работа с малой группой... Ответственное закрепление во время и после...
Я сделал круг вокруг. Но ни хера тут нет. Омлет. Ёбаный в рот! Иди ты нахер! Я не был готов к такому повороту! Нахера я появляться из ниоткуда? Материализуйся в стене, тварь! И нахер! Нахер иди! Бля! Блин! Фак! Травинка, травинка. А-а-а, травинка. А-а-а, чистый воздух. Замечательно. Это ужасно, это печально, это грустно. Все очень плохо, все очень плохо. Если она появится еще раз, так я опять заору. Все. Я всегда ору. Это что еще? Что это было? Титаны шел. Колоссальный. Что за сраные звуки? Что это? Он прям сзади меня. Мать, не страшно. Не обязательно надо так бояться. Иди нахер. Во-первых, иди нахер. Бля! Бля, 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 бля. Быстрее, Сара! Бегом, бегом! Бегом! Страшно! Я боюсь! Есть! Ти-ти-ри! Ти-ри-ри-ри! Тихо! Ти-ти-ри! Ти-ри-ри-ри! Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри! Такие страшные звуки позади! Жопу бабочку! Бабочка живет 2 недели всего. Рабочие злятся. Каждое утро что-то нас пробуждает. Помимо несчастных случаев, кто-то, короче, нам портит наш сон и мешает нам спать по ночам. И каждый день становится хуже предыдущего. Некоторые рабочие, короче, отдают свои деньги, чтобы не работать здесь. Супер. Некоторые рабочие умные люди. Сука, тварь. Внимание всем бригадирам. Сообщение, короче, работает с 9 утра до 9 утра. Будет проводиться тестирование почвы. Чтобы успокоить процесс, назначается 2-3 человека своей бригады на помощь. Всем остальным рабочим дается день на выход. Но если у вас какие-нибудь вопросы по этому поводу, обращайтесь в офис. Спасибо, инвестиции... Дочь Габана! Дочь Габана! А интересно, этот лес тоже регенерируется случайным образом? Значит, мне повезло. Не, не, быстрее к висельникам! Дюнокер! К висельникам! У них там флайеры! Флайеры у висельников! Флайеры у висельников! Крусь его! Слушай, еще один! Возьми еще один! Бежим! Бежим туда! Вперед! Вперед бежим! Стой! Куда? Туда! В лес! В лес! Гущу леса! Насрать вообще, насрать! Уйди отсюда! Куда? Куда бежать? Нельзя бежать! Ёбаные скалы! Ёбаные скалы! Тупик, маржа. Я иду тут кладбище. А тут тупик. Мы должны, да, Сара, мы должны, я знаю. Давай. Давай. Зажгем еще один. Так безопаснее намного. Все. Бежим. Беги. Беги быстрее, Сара. Я беспокоюсь за тебя первую. Нет, я беспокоюсь за себя в первую очередь, на тебя насрать. Господи, если тебя догонит, то меня и догонит. И нахуй, блядь, сука, тварь. Где я? Не. Ку-ку. Ку-ку, ёпти. Дай сюда.
Все? Отпустила чудо трава. О, я видел свою тень. Где? Кукла. Титаник, реально, тут Титаник разбился. О, какая-то страшная. Какая же... Ай! Какая жуткая кукла у меня в руках. Она выколет мне глаза, мне кажется. Я дойду. Тут чуть-чуть идти, совсем немножко. Я же говорю, если даже этот ёбаный лес регенерируется случайным образом, то мне жутко повезло, потому что выход прямо перед моим носом. Я почти дошел. Вот почти дошел. Блять, немножечко осталось. Давай. Сара, убери это с моего лица. Ну, смотри, какая она мерзкая. На меня похожа, между прочим. Не надо так делать. Давай, Сара, вот он, выход уже рядом. Я смотрю специально в пол, чтобы не так страшно было. Близко, очень близко. Бегом! Фу! О. А угроза почему сохранилась до сих пор? Почему уровень угрозы до сих пор высокий? Где я? Что это за место? А, угроза упала, все. Фу, слава богу, отпустила чудо трава. Внимание, все сотрудники. Компания решила всех строителей отменить стройку. Работы остановлены немедленно. Всем рабочим выдается зарплату за месяц вперед, после чего вас отправят обратно домой, будете сидеть, бухать, тусить, забудете обо всем страшном, что здесь случилось. А если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, позвоните Гланутис. Джесси Джи. Та-да-да. Та-да! Жопу лес. Жопу лес. Больше никаких лесов. Правда. Ну, честно, вот никаких больше лесов. Нафиг надо. Я хочу в лес. Я хочу в лес. Отправьте меня снова в лес. Я хочу в лес. Что это было? Что это? Что это за тени внизу? Они меня сожрут. Если я спущусь туда. Это болото? Что это такое? Я хочу в лес. Я немедленно хочу отправиться в лес. Джисси. Институт проекта посмотрел хоспиталя. 18 апреля 1987 года. Плохие новости. Сегодня в городе Клинтунта после объявления того, что Джесси Джу... отменил строительство дома своего в Мид-Айленде Пресс, сенатор Томми и Джерри публично объявил жителям Нью-Йорка, чтобы Джесси Джу универсально отменили финансовую поддержку ремонта больницы. Все сотрудники больницы будут переведены на карточный остров. Твою мать, вы не выберетесь оттуда никогда, потому что вы неудачники. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. Ждите дальнейших указаний. Мразь. Отменение проекта постройки хоспиталя. Когда местные жители опросили гражданина, могут спать спокойней. Я туда, знаете, вообще не хочу лазить за эти записки, потому что мне не нравятся эти тени внизу. То есть вообще не нравятся эти тени внизу. То есть нахер эти тени внизу. Я туда вообще не пойду. Нафиг надо. Вот наверх я поднимусь. Вниз что-то мне не хочется. Я не трус, но мне страшно. Я признаюсь. Чисто сердечное признание.
Оп. Так. Оп. Это того стоило. Мы нашли еще 12. Странно всего, что трупы были выложены из гроба лицом вниз. И пару человек нашей команды подхватили лихорадку. Но я говорю тебе, что тела, которые мы откопали, были чисты. И одну из них мы отправили в Библию с надписью «Дева Мария, спаси нас, сохрани Господь с тобой, 1666, Джо». Охеренно ты, Джо, просто, блядь, сука, гениален. Джо, ты гениален! Джо? Джо? 1666, Джо? Счастливое число, Джо? Так, да будет с тобой сила, Джо. Бля, я как бы крабу оказался, твою мать, сука, не хочу. Я включу свет. Я включу свет, а то это добром не кончится, мне еще ночью спать, вся ночь перейти еще. Гробы, привет, 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 гробики, привет, здорово, здорово, чё, как, давай, выходи по одному, тварь, мразь. Сука, иди нахер. Теперь меня гробы будут пугать. Где я? Слышь? Я не туда хотел все равно идти. Иди нахер. Вот это было неожиданно, гробы вдруг меня атакуют. Ёбаные деревяшки. Спасибо про 12 гробов, что мы кинули записку. Вот, на, почитай, а потом я тебе это в лицо суну. Спасибо, твари. Короче, на острове. Можешь не читать эти записки, чтобы следующий неожиданный поворот мне не случился опять в лице пресс-конференции. Напрямую попросил это развеять комментарии. Без комментариев. Сука. Что мне делать теперь с тобой? Ты так и будешь здесь стоять? Как бы у меня есть один путь туда. И куча записок внизу. Я могу пойти понизу. Понизу. Слышь меня, понизу я могу пойти, обойти тебя стороной и могу пойти туда. Я пойду туда. Я буду благоразумным и пойду в другую сторону. Не хочу я с тобой сталкиваться вообще ни разу. Ни к лицом к лицу, ни... Ну, с жопой к лицу. Вот. Смотря чье лицо. Точно не мое. Я надеюсь, этот проход будет чистым, в отличие от другого. Чистым, в смысле. Без неожиданных сюрпризов. Он ушел? Я надеюсь, он ушел. Мать твою! Беги, 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 беги! Беги, 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 беги! Куда бежать, 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 бежать! Быстрее, 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 Сара, беги, ёб твою мать, сука! Видишь, видишь, что они тут делают, Сара, посмотри, никуда не упадешь в темноту. Чё там за херня была только что? Что это, блядь, было? Блядь! Ёбаная земля движется! Чё нахер? Ёбаная земля! Ёбаные гробы! Сара! Блядь, ты больная! Вообще на всю голову! Где я? Что это? Я опять в Outlast попал! Графон! Графон! Если в Outlast 2 будет такой же графон, я буду рад. Хотя я думаю, что в Outlast 2 должен быть графон два раза лучше! На Unreal Engine 4, естественно. Потому что третий движок уже не актуально использовать ни капельки. Он все равно... Смотрите, как это клёво выглядит! Я прям тащусь от этой листвы. Я хочу домой. И по этим тканям. Офигенным тканям. Надо будет потом где-нибудь на другом канале посмотреть прохождение этой игры. Поржать, что ли, над людьми, которые будут в неё играть. Дебилы, скажу, чё боитесь? Какому кругу? Ну, не надо мне бесконечную лестницу только ставить. Я знаю эти приколы все. Я не хочу умирать. Мама. Мама, народ. Чего я чувствую в этом здании себя менее безопасным, чем в самом первом здании, из которого я вылез? Кстати, чем эти здания друг от друга отличаются? Грёбаный остров. У меня пузиков вспотело. Зато я худею. Смотрите, играете в хоррор. Плюсы есть вы играть в хорроры. Вы играете в хорроры, вы боитесь, вы худеете. У меня пузиков вспотело. Не видя начала и не найдя конца. О чем это может говорить? Не знаю. О плохом зрении. Да, игра? Точно.
Не поддается, говорит. Не поддается. Ну ладно. Я специально иду медленными шажками, чтобы не так страшно было. А стоит ли мне сюда заходить? Хочу ли я этого? Конечно хочу. Я хочу это. Малыми шажками. Я думал, финал уже близко, оказывается, нихера. Смотрите, сколько я уже играю и... Так и не могу пройти это. Полностью. Я, может, подумал просто, что, может, что-либо тут можно открыть. Тут нихера нельзя открыть. Знакомые картины там висят. Где-то я это уже видел. Мать. Hello? Okay, hello? Хоп. Никого. Никого! И за углом тоже никого! Прикинь, да? Дверь. Не играй со мной. Здесь никого. Хоть угроза минимальная, я все равно боюсь. По-моему, я здесь уже был. Я здесь уже был! Я был здесь! Тут так... Я боюсь, что пациент 13, родившийся 1988 года, имеет перед собой нелегкое будущее после того, как ее мать умерла от осложнений, были много, короче, крови утекло с тех пор. Мы перепробовали все методы, чтобы найти ей приемную сестру, но она очень милая девочка, и большинство медсестер отказываются. Оказывает ей внимание. Вскоре после рождения мы пытались найти членов ее семьи, и наши родственники привели к терапии Фагвина. Самое первое упоминание этой фамилии мы нашли в легенде о 13 ведьмах, которые якобы были убиты прямо здесь, на Металленде, выжившие 13. То есть 12 гробов, 13 ведьм. Я понял вас, я все понял вас, которые якобы были убиты прямо здесь. Металлом выжившие Гвин были вынуждены выпускать в бегах. Я, конечно, сомневаюсь, что есть какая-то связь с нашей девочкой, но с уверенными сестер шепчутся о фильме о цифре 13, ведьм, и ее номер 13 как пациент. Наша маленькая пациентка 13, к сожалению, страдает от периодических опаданий в катаноническое состояние. Некоторые из врачей полагают, что это может быть... Ну и к тому, думаю, что иногда, короче, 13, во время 13 часов 13 дня, 13 часов она жрет и жрет и жрет 13 часов подряд. Смотреть некуда, без каких-то реакций она никогда не плачет, чтобы ее кормили, ее поведение колеблется в буйное. Как мы сможем найти ее приют? Это первая приемная семья вернула ее, ссылаясь на странное поведение, таинственное перемещение предметов по ночам в ее комнате. Некоторые из сестер говорят, что мать прокляла ее, короче, после за это и за то перед смертью. Нет сомнений, что 13 является очень особенным ребенком. Я сама бы взяла ее к себе, я буду по тебе скучать, Сара Гвин, да поможет тебе Бог. Чё? Чё? Я ничего не помню. А я тут при чём? При чём тут я? Ну, при чём тут я? Я даже ещё меня на свет Божий не видели. Не. What the fuck is going on over here? Здравствуй, 1987 год. Я так рад тебя видеть снова. Здесь та же сигарета. Ничего не изменилось с тех пор.
Разве что обои перекрасили. Прекрасно. Прекрасно. Хочу ли я выходить из этой комнаты? Да, я хочу. У меня нет айфона, потому что на дворе еще даже 90 не наступили. Нету смартфонов, айфонов, андроидов и так далее. Все, что у меня есть, это боевая рация. ВВС от ВВС США, подаренный мне от моей любимой мамочки. Мамочка моя вообще была замечательная. А ведьма, ее сжигали на костре, но ей было похрен. Ну, при моем роде она умерла от кровотечения. Вот такая вот у меня мамочка. А? Наука и инженерия. Спасибо. Оу, моя мамочка. А у меня еще нету рук. Смотрите, у меня нету рук. Это все потому, что... Некуда их просто применить. Нету айфонов, некуда поклацать, нажимать на кнопочки, нету отправить фотографию в твиттер, имейл, 100 грамм. Мерцание света всегда пугало меня в детстве. Я всегда боялся то, что однажды из темноты на меня выпрыгнет какая-нибудь бабаечка и сожжет мои мозги. Но бабаечка не хотела со мной играть, поэтому... Доктор Холд. Холд, доктор Холд, помогите мне, я опять сама с собой разговариваю, мне это неприятно. Блять, ёбаные секреты! Что это было? Сука, я думал, меню выскочил еще до того, как я успел на него нажать. А потом случилось страшное, у меня появились глюки. Дом 2. Я попал на телестройку. Это телес... В левом ухе. То ли в левом ухе, то ли в правом. В каком ухе звенит? Я не знаю. Лобное место. Оно было живописным, красивым. Замечательно. Мальчики дружили со мной, любили меня целовать. А я всегда жестоко и грубо им отказывала. Блять, изгнание! Изгнание было, изгнание! Херовое изгнание у вас. Сжигание на костре. К чему доброму никогда не приводила. Мне часто отправляли смс-ки с голосами за меня, но я не хотела играть с Константином Леонардовичем. Оставьте меня в покое, блядь! Ёбаные петушки. Где я? Налево, направо? Я не фу. Направо, значит, пойдем. Никогда не отвечала своим подписчикам любезностью. Все потому, что я эгоистичная стерва, которая ненавидит нихерашеньки. Все, что я делаю, это жмурюсь постоянно и иду по краю стены, дабы ничто меня не беспокоило. Вдруг неожиданно на меня придет приход, и я упаду в обморочное состояние. К тому же часто говорили, что я употребляю наркотики. Голоса в моей голове. Ну я же не Дэдпул, я не понимаю, о чем они говорят. Ёбаные Константины Леонардовича. Что это? Блять! Ёбаные нахуй! Не нахуй, я в стену уперся! Чё делать? Чё делать? Я нихера не вижу, тварь! Ты не понимаешь, что я с этой пипи... Ничего не вижу. Что это за говна? В общем, на этот раз я готов по полной. Я готов пройти эту игру уже целиком полностью. Раз в прошлый раз она мне жестоко отказала, на этот раз мы не будем тоже тормозить. Быстренько все это пробежим. Какой же это громкий. Как же это громко. Это невозможно. Вы не представляете, я сижу в наушниках. Это все равно невообразимо громко. Побежим прямо на улицу. Побежим прямо на улицу. Идите нахер. Нахер. Я вас не боюсь. Вы твари, мрази, сволочи. Я ушел в свет. Я взял свет, вот он. So,
star, encircling all 10 and 3. Oh my god. It's me. Нахер это говно! Нахер это говно! Пойду поем лучше!